Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. В 240 миллионов рублей обойдется бюджету голосование по Конституции. 90 миллионов потратили на покупку средств защиты для работников избирательных комиссий и людей, которые придут на участки. Для региона купили 1500 бесконтактных термометров, несколько тонн дезинфицирующих веществ. Всех обеспечат масками, у сотрудников комиссии будут перчатки и защитные щитки. Еще 150 миллионов получила Кировская область на саму процедуру. Это столько же, сколько тратилось на проведение выборов президента. Большая часть суммы пойдет на оплату труда сотрудников избирательных комиссий. Их задействовано порядка 10 тысяч. Программа «Экономика». Меньше 2 недель осталось для подачи документов на включение в реестр МСП. Он формируется ежегодно 10 августа, напоминает Кировское управление налоговой службы. Чтобы в него попасть, необходимо до 1 июля успеть представить в налоговые органы данные о доходах компании и среднесписочной численности работников. Если не сделать этого до июля, субъект малого или среднего предпринимательства из реестра исключат. Вернуться туда не будет возможности в течение года. Без включения в список невозможно участвовать в закупочных процедурах или получать господдержку вроде освобождения от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года или уменьшение фиксированных и страховых взносов. Сейчас в реестре в Кировской области 48 тысяч субъектов. Экономика на 101 FM. Кировчане смогут экономить до 10-25% на ЖКХ. Для этого в Кировской области хотят проводить энергоэффективный капремонт. Власти рассчитывают на участие Государственного фонда содействия реформированию ЖКХ. Он может возместить траты на ремонт с внедрением энергосберегающих технологий до 5 миллионов рублей на дом и 80% от стоимости ремонта. Сумма определяется для каждого дома индивидуально в зависимости от размера экономии электричества и тепла. Участвовать в программе могут дома, которым от 5 до 60 лет, где есть общедомовые приборы учета, а деньги на капремонт поступают на спецсчет. Сейчас фонд капремонта ищет подходящий дом, чтобы провести в следующем году работы по этой программе. Экономика. Завершение о валютах. Доллар сегодня 69,48, курс евро 78 рублей 38 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.